Ну нет, просто в этом году не было Евролиги, на самом деле не так-то много матчей, что там получилось. Примерно 50 в общей сложности. Ну, много, конечно, но не так прям. Короче, ничего особо героического, я считаю, в этом нет. Пусть все так же делают в следующем году. Игрокам хочется пожелать, как и тренерам, как и всем, чуть-чуть привыкнуть к тому, что у нас сейчас нет Евролиги, к этой реалии, что нам нужно играть только в Лиге ВТБ и не забывать о том, что ЦСКА всегда будет первым. Этот турнир единственный, его надо обязательно выигрывать, к нему нужно относиться очень серьезно и брать в следующем году золото. Раз к столетию не получилось, чуть позже надо брать золото обязательно.